Владимир Владимирович, есть опасения, что Запад усилит помощь Украине. Ну так напомните Западу и Украине, что у нас вообще-то есть ядерное оружие. И все должны нас бояться и подчиняться. Боюсь, за 3 года войны эти угрозы уже не воспринимаются всерьез. Тогда пора показательно изменить нашу ядерную доктрину, чтобы убедить всех, что у нас точно-точно есть ядерное оружие, которым мы можем воспользоваться. И пусть дрожат от страха перед нами. А вам не кажется, что махание ядерной дубинкой только демонстрирует нашу слабость и страх? Ну, конечно же, нет! Мы могучая сверхдержава! И ничего не боимся! НАТОвский комар из украинских биолабораторий! Это же угроза существованию России! Владимир Владимирович, держите себя в руках! Ну вы же знаете, что России ничего не угрожает! А наше единственное работающее ядерное оружие – это ядерные угрозы. К тому же мы же сами придумали всю эту ерунду. Про биолаборатории, зараженных уток и грязные бомбы. Чтоб хоть как-то оправдать нашу агрессию против Украины. Грязная бомба существует. Я даже сейчас чувствую ее запах. Скорее всего, это один из ваших ядерных чемоданчиков. Что? Ничего. Попался. Ой. Ну, могло быть и хуже. Ну что? Теперь-то нас боятся? Очень.